Почувствовать на себе положительные результаты информатизации здравоохранения уже смогли жители Ирбита. Именно в ирбитской стоматологии был оформлен 10-тысячный в нашем регионе электронный больничный. Мы боимся всегда чего-то нового. Это всегда страшно, но мы прошли такие в рамках информатизации здравоохранения такие сервисы, как электронная регистратура, вступили в электронную медицинскую карту, и сейчас электронный листок временной нетрудоспособности тоже неотъемлемая часть программы информатизации здравоохранения. Электронный лист нетрудоспособности имеет ряд преимуществ, как для лечебных учреждений, так и для пациентов и их работодателей. Временные затраты на оформление листа значительно сократились. Кроме того, внести в него исправление, например, в графу «место работы», не составит труда. Это делается прямо в программе Фонда социального страхования. Пациенту, в свою очередь, достаточно сообщить номер больничного в бухгалтерию организации, где он работает, и ждать начислений. Работодатель не вправе отказать принять к учету электронный документ. Сам застрахованный через госуслуги может зайти на портал и посмотреть состояние своего счета, начисления, по какому проценту ему начислилось пособие. То есть вот это тоже такой положительный сервис. Благодаря единой системе фонда социального страхования больничный лист виден врачу, пациенту, работодателю, а также сотруднику фонда, который в любое время может проверить правильность начислений. И самое главное, электронный больничный невозможно утерять. Электронные листки временной нетрудоспособности, они действуют на территории Российской Федерации наряду с бумажными листами. То есть бумажный листок на сегодняшний момент не отменен. Лариса Воложанина, Владислав Бурулев, Александр Свяжин, НТС Ирбит.